Всем доброго времени суток. Сегодня у меня покупочка, обновочка. Пришли полусапожки, заказывала. Вот посмотрите, как они приходят, в такой упаковке с воздухом. Сейчас посмотрим. Каждый находится в пыльнике, вы видите. Не первый раз покупаю в данном магазине. Ну, вот такие сапожки. Имеется такой плюшевый утеплитель. Под замш выполнены. Вот каблучок. Точно такие. Второй. Размерная сетка соответствует. У меня 35 размер, но я всегда беру 36. Каблучок 10 сантиметров. Такой устойчивый и удобный. Посылочку распаковала вместе с вами. Показала вблизи. Ну а сейчас пойду примерю. Примерю с брючками и с платьем. Пошла на примерку. Ну вот с брючками. Мне нравится, что здесь есть ремешок, который можно регулировать полноту. У меня очень узкая нога. Ну, вот так они смотрятся с платьем и под пальтишко. Как раз вот сейчас можно и поносить. Ну вот, показала вам мою обновочку. Мне нравится, удобно. И сегодня я пойду на работу в них. Я с вами не прощаюсь. Во-первых, вы напишите, как вам моя обновочка. Я с вами не прощаюсь. А всего лишь говорю вам пока-пока. Все, пошла на работу.